Киану Ривз 2. О чем вы говорите? Какой мировой уровень? Человек явно физически не готов. Вы посмотрите на это. Ну это же смешно. Наклон 97 градусов. Человек, играющий в Голливуде, не может иметь такой процент брака. 7% это очень много для Голливуда. Едем дальше. Пираты Карибского моря. Какой Орландо Блум? Вы чё? Очнитесь. 2 с минусом. Его Джонни Депп весь фильм возил как ребенка. Соотношение владения саблей 60 на 40 в пользу Деппа. И это еще Блум дома дрался. А что он будет делать в гостях? И этого человека еще ставят в основу фильма. У меня очень большой вопрос к режиссеру. В советское время такого не было. Помните Демьяненко в операции «И»? Человек с 3 разобрался. А Моргунов, между прочим, не слабый актер был. Неудержимые 2. Видно, что играют на опыте, но команда возрастная. Разрушают хорошо, но впереди ничего не создают. Сталлоне 2, Уиллис 2, Стэтхэм 2, Чак Норрис 5, Шварценеггер 2. Ну куда ты лезешь? Не твоя же позиция. Открой глаза, рядом стоишь же. Ну, это ж первая лига. Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Блум! Блум!